привет! Сегодня 2 января, и мы едем на отдых на горнолыжный курорт Хвалынск. Сейчас мы из Сызрань приезжаем. Уже сколько мы уже в пути, да? Сижу почти 2 часа. Едем сейчас по Сызрани. Такой маленький городок провинциальный. Смотрим, чуть частный сектор. Да, сразу видно, что горнолыжный курорт, да? Ага, у меня, да! Сейчас 3 часа. Да нет, вроде все прямо сейчас. Без излишних. Вон город, кстати. Фрирайдом можно заниматься, да? Наш номер такой вот 6500, что ли, он получается. Такой диванчик у нас, кровать и пульт, да. И телевизор есть у нас тут, да? Тумбочки, холодильник. Графин под воду. Холодильник и стаканчики. Ага. Это наш шкаф. Мы что, приехали? Ага. Так, шкаф. Я взяла сумки. Да. Посмотри, что еще здесь. А, ну все, полочки. Ух ты, у нас даже белые халаты есть. Угу. Так, и санузел. Санузел. Что тут у нас в санузле? Так, душевая кабина, вешалка, туалет. У нас такой огромный прям. Так, полотенчики. Два маленьких, два больших. Ну все. Зеркало. Раковина. Какой-то умывальник. Ой, мальчики. Непривычный. Мыло есть. Освежитель. А это гель для душа. Так, ну все, пойдем мы одеваться, да поедем. Поехали мы на сам курорт. Вот такое же склонище. Ой, машин сколько, да? Смотри, сейчас найдем место, нет? Не, парковка платная. А вон там вроде. Да? А вот и не люди. Что-то домики. Сейчас мы покушать сходим здесь. А вон еще склон. Здесь и здесь. А что, заняли что ли? Вот, а мы тут катаемся с Ярославом. На мотоцикле, да? Сейчас поедем вон туда. Ну-ка, газоника. Вот так вот. Давай. Все, поехали. Да? Все, Сереж, сейчас покатались на мотоцикле с Ярославом. Я уж не снимала, только сейчас телефон достала. Катя вон куда в гору полезла. Катя, мы с ней на ватрушечке катаемся здесь. Фу. Че, как, накатались? Ага. Хорошо? А ватрушку-то взяли? Ну, можно еще одну взять. Вон, вот. Освободиться возьмешь. Ага. Мы тут уже второй час. Накатались на ватрушках. Смотри, скипас я взял на завтра. Кого? Скипас? А-а-а. Ну, короче, только вот с помощью него оплачу постоянно. По-любому скипас брать. Да? А-а-а. Ну, потом тебе еще возьмем. Скажи, не подъем 85 рублей. 85 рублей, да? А. Сколько? А что у тебя уши не закрыты? Не знаю, без шапка так. Пока. Уши не закрывай-ка. Не горю желанием брать. Да? Мы не скатаемся. Да, конечно. Да. Ну, посмотрим. Вон они лазят, какая горка тут интересная. Прям нравится. Да. Сейчас вот покатаемся. Сколько уже? 5 часов, да? Не знаю, я телефон сел. Так, а вот здесь
Вот, кстати, Красное Знание, это отель, в котором мы живем, Серебряный век называется. И вот он прям на самой Волге находится. Здесь вот Волга, вон там люди гуляют. Мы тут вон гуляем. И вода сынул елка. Как с огромными шарами. А? Выпал зуб. Еще один, что ли, выпал? Нет. Нет? У тебя салатики кушать. Так, вот такой вот у нас ужин. Это я уже положила Кате макароны. Рыбки, смотрите, сколько рыбы. Это у меня гречка с рыбой. И детишкам порцию макарон. Вот так вот заканчивается наш первый день. Мы сегодня что-то в 6 часов приехали домой. И сейчас вот поужинали. И тут дети мультики смотрят. Прыгают. Да, скачут. Чего? Зачем футболку папину достала? На одном диване, на второй кровати. Сейчас еще часок. Будем спать ложиться. Угу. Так, сегодня второй день. Сегодня мы взяли сейчас прокат лыжи. Комплект у нас по 800 рублей. Катин и наши по 700 в другом прокате брали. Здесь на сутки 2500, что ли, или 2200. Что-то так вот дорого. Инструкторов, кстати, для детей берут с 5 лет. Так что имейте в виду. Я с Катюшкой просто за Катю никто не берется учить. Говорит, маленькая еще. И мы тут с Катей, я сама ее потихоньку учу, хотя сама даже не помню уже, как на обычных лыжах я умею вроде кататься по лыжне. Ну, сейчас будем с Катюшкой учиться потихоньку. А Ярослав у нас пошел с инструктором, она его поднимает туда на склон, и там они учатся кататься. Сереж тоже поехал туда на склон кататься. Я что-то пока побаиваюсь, но я пока с Катюшкой мы учимся кататься. Да, Катя? Да, пойдем с горки катиться. Так, ну все же, полтора часа мы тут. Дети накатались. Ну вот, дружка, где-то час-полтора они катались. Это вот так вот. Ярослава, инструктор сказала, что лыжи длинные, ботинки большие, ему неудобно. Ну и в принципе, как бы еще, говорит, рано. Говорит, со мной, конечно, они, говорит, поднялись сюда на спуск. Он со мной катался, конечно, эмоции положительные, но сам еще не держится. Ну, а с Катей тоже за ручку. Но она уже как-то поворачиваться научила у меня. Тут и чуть-чуть ножками передвигать. В принципе, еще будем учиться. Может, завтра еще тоже возьмем, покатаемся. Сейчас тут они ждем ватрушки. Очередь тут. Ватрушки уже все заняли. Ну все, мы пришли обедать. Тут прям все как битком. Сереж себе взял. Детишка макарон с котлеткой, я фасоль с котлеткой, салатик и суп с шампиньонами. Детям тортик. Сереж тортик. И сок, лимонад. Уже накатались. Я уж там даже телефон мне там брали инструктор Михаил, очень хороший, нам прям понравилось. Два раза прокатилась с перерывом. О, Сереж звонит. Так, а детишки у меня уже третий час здесь, в этой детской комнате. Сейчас здесь роллы заказали, ждем. Тут отель есть, уже все места заняты были еще с октября.
Хорошие очень здесь такие воспитатели. 150 рублей в час стоит. Да? О, все, приехали сегодня в термы. Сереж сегодня все утро вот на спуске катался тут. Взял безлимит. А мы сейчас вот сюда пойдем купаться. Не знаю, там смогу снимать, нет. Посмотрим. Все, зашли в номер. Ой, я даже боюсь сюда на улицу выходить. Ой, тут кафе есть. Да? Спасибо. Ярослав, стой! Много. Ну, персонал доброжелательный. Пойдем в горячие источники купаться. Все, даже Катюша тут держится в жилетке. Ой, вообще, просто на улице вода прям горячая, теплая. Давай сейчас фоткаю. Да я сама себе сфоткаю. Купались мы в сауне сейчас. Сереж, тебя как в сауне снимают, ты все время зеваешь. Чего не зеваю? Воздух не хватает. Ага. Катюшка. Эти лужи, уши все-таки в термах замерзают. Ну все, пришла у нас еда. Сережа стоял очередь. Так, мы заказали хот-доги, здесь такой нормальной еды нет, тортики и чай, и вот такой чай еще. Все, у нас времени осталось еще 20 минут или 30 минут, мы сейчас как раз помоемся, оденемся, будем. Тут заехали, Сережа остановились, нас вчера угостили пастилой хвалынской, такая вкусная. И яблоки вот они в Хвалынске ценятся. Прям сейчас отрезал, но мужик попробовали. Очень прям вкусный. И нет, мед еще. Это сок. А, сок яблочный. Да. Можно из этих яблок? Что из этих яблок? Да? Сейчас мне мед даст попробовать. Да. Сейчас зацени мед. Давай. Слушай, мед шикарный вообще. Да? Ну, попозже куплю, когда он автобус подъехал с туристами. Почем? 400 рублей баночка. Там килограмм, по-моему, этой баночки. Литровая, да? Ну, мед классный, на самом деле. Прям. Ну, а яблоки-то какие? Попробую вообще вкусные. Ты это целый пакетик, да, взял? А вот яблочный сок попробуем. 150 рублей, кстати, ведро яблок. 150, да? Вообще халява. Нормально, да. Может, еще поедем, попку возьмем. Вкусный, прям сладенький. И сок попробуем сегодня, да? Ну да, сок попробуем. Сок тоже, я там смотрел, как... Я помню, как мы в этом... Маленькой, когда я был с бабушкой, сок гнали. Он тоже такой вот маленький, густой такой получался. Тоже такой прям натуральный сок. Сейчас уже вечер. Сейчас уже где-то 8 часов вечера мы приехали опять сюда. Сереж сегодня целый день на лыжах. Мы утром, я отдыхала после вчерашнего. Потом мы на термы съездили. Вот сейчас Сережа потом, пока мы спали 2 часа, он опять на лыжах катался. И сейчас приехали на ватрушках. Я сообщение целый день просил на ватрушках кататься. Представьте, купили ватрушки, приходим, они не едут. Мама, я А что ты хочешь? Лазить где? В горках? Так что вот, ватрушки сегодня посыпали. Я не знаю, что они сделали, но горка вообще не катится. Видите, никого там нету. И нам сказал инструктор, говорит, идите деньги сдавать. Все сдают. Пошла сдавать, он мне чеки вернул, помятые. Говорю, верните нам эти деньги за ватрушки. У вас горки там не катают совсем. Он говорит, вы бы в следующий раз еще посильнее чек помяли. Я говорю, нам ваш сотрудник какие дал чеки, он там взял из общей пачки, да и все. Вот. Я говорю, какие дал, такие дал. Я говорю, вы бы не за чеками смотрели, а за горками своими. Да, конечно. Ну, а так, в принципе, единственный такой там эксклюзив на кассе. Ну, конечно, он недоволен, все деньги возвращает. Чего? Ты опять полез? Видите, машина скорая. Он тут постоянно часто гость. Вчера инструктор рассказывал, говорит, девушку тоже, говорит, привозили, только что, ну, возили всю переломанную, прям вообще конкретно, и позвоночник, и все. Говорит, пьяная пошла кататься, вот видите, вот. Так что пьяными категорически запрещается тут. Ну, тут не запрещается, вы можете, да, тут кафе, вон и алкоголь, как вы хотите. Но потом вас ждут последствия, соответственно. Так что, если не хотите в эту машинку попасть, получить травму, желательно первые разы ездить с инструктором. Я вот вчера с инструктором каталась, вообще нормально. Он помогает все, рассказывает, как тормозить, все контролирует, учит. Да.
Нам еще повезло, тут такой инструктор Михаил, что ли, был. Прям классный инструктор. И вот Сереж вчера научился часик. И сегодня целый день катался здесь. И даже вот там, но не на самый верх, а вот, сейчас покажу. Вот, где у меня пальчик. Вот на этот, с этого пригорка. Здесь она кажется такая пологая, а так она очень крутая, конечно, горка. А почему тюбинг сегодня, короче, не скользит, вообще не катится? Потому что это 0 градусов было, плюс 1, плюс 2 днем. И подтаяло, и какой-то жесткий лед, что ли, я не знаю, поэтому не катается ничего. Сходили сейчас на коньках, покатались. Ой, меня чуть на 10 минут хватило. Ну, я не могу кататься с детьми, они падают постоянно, и прям тяжело на коньках. А так вот одна, я чуть-чуть покаталась, минут 5. Сереж там подержал их. Нормально, ну, не с непривычки ноги болят, конечно, это надо тренироваться. Считаю, уже 10 лет я, наверное, да? 10-12 лет я не каталась на коньках. Вот так здесь недорого, 100 рублей час. Прокат коньки берешь на 100 рублей. И катаешься. За каток отдельно платить не надо. Ой, забыла показать, что мы кушаем. Ярослав, ну что, ну возьми салфетку, на. Салфеточка вытри. Лечишки пельменем взяли, одну порцию пополам. Тортик сейчас им пополам. Нам Сереже тортик пополам. Я тут уже фасоль доедаю, салатик, эту отбивную куриную. Сережа макароны с этой сосиской. Там это. И вот хотела вот что я заснять, показать. Сережа купил 100% полынский сок прямого отжима. Это мы в Ульяновск с собой везем. Будем пить. Знаете, как-то там в пакетах, что ли, в пакете сок. Здесь, а? Что тут как? А ты не знал, что он в пакете? Да, его только домой вместим. Ну да. Здесь мы открывать не будем. Там откроем, перельем куда-нибудь. Кушаешь, доча, да? Угу. Катя тут сегодня быстрее, я даже Ярослава съела. Голодная. Сегодня 4-й день, мы уезжаем. А еще хочу оставить отзыв о гостинице «Серебряный век». Все, сдаем номер уже, все собрали. Если честно, мне очень понравилось. Очень хороший персонал. Тут прям, знаете, постоянно что-то надо, что-то это, вопросы, это принести, это поменять, это помыть. Я не знаю. Короче, очень доброжелательный здесь персонал. Очень чисто. Пока нас нету, тут, я так поняла, меняют бумагу. Что-то моют чуть-чуть. Коврик, видите, даже вот такие ски нашла. У нас такой же дома. Так, полотенца вот эти синие мы брали в термы. Может, специально их такие темные дают. Вот. Все чистенько. Я сначала думала, фена нет. Но потом вот здесь нашла фен. Так что все, можно волосы высушить. Ну, это люксовый номер. Он у нас где-то 7000 обошелся в сутки. Ну, а так, если не в сезон, обычные будние дни, то это, конечно, в два раза дешевле. Вот, диванчик мягкий, еще нам под него матрасик давали, раскладушку это бесплатно нам дали, так в обычном номере доплата 500 рублей, нам бесплатно. То есть шкаф, вешалок не хватало, муж попросил, еще дали вешалок, телевизор, дети мультики смотрели. Ну, то есть отопление тоже, то есть если вам жарко, попросить убавят, если вам холодно, попросить прибавить, то есть... Тут вот очень доброжелательный персонал. Здание старинное. Раньше здесь был революционный комитет в 2017 году. Как бы это здание архитектуры. На Волгу выходит. Говорят, баня здесь. Я про баню не знаю. Кушать еду тоже можно заказать. Ну вот еда, знаете, по ценам выходит так же, что на самом склоне кушать. То есть у нас здесь 1000 выходило, и там 1000-1200. То есть вот так вот. Поэтому там, конечно, вкуснее, ты можешь выбирать больше, как бы все уже видишь живую. Но мы здесь завтракали только, вот, 2 дня, и все. Сейчас вот поедем на склон завтракать. Все, уезжаем из Хвалынска. Видите, кстати, вот это сады яблоневые. Хвалынские яблоки очень вкусные. Мы тоже себе пакетик взяли. Ой, все. Короче, вернемся, мне кажется, мы еще сюда. Очень понравилось. Будни здесь, видите, понимаете, все в 2 раза дешевле. Не в новогодние вот эти каникулы. Понравилось. Снега, конечно, видите, только здесь снег. А в городе как бы мало снега. Тает все.
Ну все, на этом, кому понравилось видео, ставим лайк. Всем пока-пока. И не забудьте подписаться на канал, кто еще не подписан. А мы поехали обратно в Ульяновск. Детям вот и мучимся. Купили детям, продают свистульки, дудочки деревянные по 150 рублей. И все, и теперь мы свистываем. Мы засекли все же время нашло, сколько они этим будут заниматься. Быстро им надоест, потому что уже 10 минут это продолжается.